Самарский бизнес-инкубатор проводит сезон экскурсии, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». В августе вас ждут захватывающие исторические прогулки по Самаре, раскрывающие новые и неизвестные грани нашего города. 17 августа в 5 вечера «Финансовая Самара» по дореволюционным банкам. 24 августа в 5 вечера «Дипломатический Куйбышев. Запасная столица СССР». Первая часть. 31 августа в то же время вторая часть. Следите за новостями, чтобы узнать подробности о каждой экскурсии и записаться на удобную для вас дату. Поддержать победителя регионального этапа фестиваля от Самарской области Дмитрия Горшкова предлагает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Его работа «Игра теней» вышла в финал голосования фестиваля стрит-арта ПФО «Форум Арт». В 2024 году фестиваль посвящен году семьи и направлен на укрепление авторитета семейных ценностей. Художник вместил в свой труд ценности семьи, поддержки и любви. Мурал нарисован на фасаде жилого дома по адресу Советской армии 121. Чтобы поддержать Дмитрия, нужно позвонить по бесплатному номеру, указанному на экране, и указать в тоновом режиме номер Дмитрия 12. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в Кирове. Самарский район сегодня отмечает 68-ю годовщину с момента образования, сообщает его администрация в телеграм-канале. В 1956 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР были объединены Дзержинский, Пролетарский и Фрунзенский районы Куйбышева с образованием на их территории Самарского района. Эта территория является неоспоримым лидером по числу объектов культурного наследия. По Самарскому району проходят основные туристические маршруты, позволяющие окунуться в любой период развития уездной губернской Самары.